Российские войска в сложных погодных условиях усиливают наступление и пытаются перехватить инициативу до так называемых президентских выборов в Российской Федерации. В то время как силы обороны Украины закрепляются на позициях, где они не ведут контрнаступлений. Об этом сообщают представители Института изучения войны. Эту и другие темы обсудим с военным аналитиком Иваном Ступаком, который присоединяется к нашему эфиру. Иван, приветствуем. Здравствуйте. Да, доброе утро, студия. Здравствуйте. Иван, по поводу военных действий прозвучала информация буквально вот давеча в пабликах о том, что россияне начинают контрнаступление на востоке, в том числе, но украинские силы обороны отбивают эти атаки. Как бы вы это прокомментировали? Действительно ли это так или это очередное российское ИПСО? Ну, надо признать, действительно, Российская Федерация сейчас начала наступать. Действительно, вот летом была наша инициатива, Украина наступала, пробовали, ковыряли российскую оборону, где-то было возможно, где-то продвинулись, к сожалению, не так, как рассчитывали, но тем не менее. Потом со временем вот это наступление выдохлось, но нужно опять это признать. И теперь настала очередь Российской Федерации. Они выдержали летнее продвижение украинцев, теперь говорят, наша очередь, мы начинаем. И вот взяли свои резервы, твои танки, артиллерию, авиацию, и на востоке пытаются продвигаться. В том числе на юге Запорожской области, там, где летом продвигались украинцы, они пытаются ликвидировать вот это вот продвижение и вернуться к позициям-исходникам, как это было в июне 2023 года. То есть выровнять линию. Единственное направление, где россияне пока не наступают, я надеюсь, у них не получится, это левый берег Херсонской области, где украинцы его держат, активно используют в ПВО дроны, перебрасывают свои войска на левый берег. К сожалению, там есть потери в катерах, в лодках, но тем не менее россиянам пока не удается выбить украинцев, поэтому мы вот верим, что левый берег станет тем успехом, которого у нас не было вот летом, осенью 23-го года. А какие возможности открывает для нас деоккупация левого берега? Ну, вот левого берега Херсонщины имеется в виду. Да, смотрите, ну, на самом деле, понятно, что там нам бы хотелось задачу максимум вот туда, до Крыма, там, Мариуполь, но вот мое такое видение, если у нас удастся хотя бы дойти до Скадовска, то это будет очень серьезное достижение для нас. То есть это будет серьезный момент, серьезная угроза для Крыма. То есть у Крыма начнется новая взрывная жизнь, абсолютно новая. Понятно, что армянцы на границе Крыма и Украины, нашей территории, границы 22 года, это еще было более предпочтительно, но давайте смотреть, реально очень тяжело идет продвижение, очень много российских войск, очень большое количество техники. То есть я думаю, что Скадовск это был бы очень-очень хорошо. По поводу погодных условий, Российская Федерация решила контрнаступать именно вот сейчас, зимой. А почему такое решение? Это псевдовыборы или это какая-то тактика? Ну, это комплекс. Я вижу, что это комплекс. Смотрите, с одной стороны, Украина пробовала наступать, вот не получилось, да, пришлось как-то потом останавливать свое продвижение. Российская Федерация удержалась, теперь так, теперь наша очередь, да, вот они начинают наступать. А с другой стороны, ну, видите, дополнительный фактор следующий, это президентские выборы, и я вижу, что на многих направлениях, там, где вообще раньше не планировалось российское наступление, идет движение. Как мне кажется, пообещали российским командующим вот на этих там направлениях, что кто быстрее из вас сделает какой-то результат, там, вот, там, не знаю, там продвинуться, Авдеевку взять, там, еще куда-то пройти, тот получит перед выборами там очередные звания, может, кто-то генерала получит, ну, тут, может, кто-то звание Героя России, какие-то другие медальки, висюльки, грамоты и продвижение по должности. Вот это, скорее всего, как мотивация толкает. Ну, конечно, кроме денег. Не можем с вами не обсудить эту историю с тем, что Путина якобы попросил баллотироваться на выборы человек, ну, если так можно назвать, из Донбасса, да, украинского. И Путин в очередной раз пообещал, значит, ну, раз Донбасс просит, то я пойду его освобожу. Это вообще для кого этот спектакль был? Это был для Путина спектакль. Ну, я думаю, не стоит даже обсуждать, что все это было постановочно, что Джога, он стоит, уже ждет, бросается к Путину. Федеральная служба охраны даже двух шагов не сделала навстречу ему, и потом толпа начала подбегать. Все это было срежиссировано. Должна быть какая-то такая минимизация
легитимности, что кто-то попросил. Не просто вот Путин сидел, я вот подумал, давайте я пойду на выборы. Это должна быть такая просьба из народа, это должна быть такая вот реквест, запрос. Народ хочет, а народ какой? Военный хочет. Не мирные граждане, а военные хотят защитить. Владимир Защитник. Вот эта вот история примитивная, но она работает. Но почему не из Ханты-Мансийска, почему с Донбасса? Ну, потому что, еще раз, война идет сейчас, война, да, и вот военные у Путина ценятся, то нужно, чтобы человек был военный. Да, вы правильно говорите, если бы был, например, вот в прошлый раз, когда Путина просили обнулить свои сроки, это же была Валентина Терешкова, это вот что-то из прошлого, да, из советского, вот тетя Валя в космос, красота, все дела. А здесь это все-таки человек военный, вот он свой Донбасс, Владимир Защитник, который защищает, потому что мы ведем эту войну. Ну и дальше последовала тирада, я думаю, тоже это видели, знаете, про там, что у нас и оружие много, и денег много, а у них ничего нет, как они оборзели, они все. Ну, то есть такая лексика совсем уголовно-криминальная, такая пацанская. Ну да. Иван, как вы считаете, какие факторы должны сойтись воедино для того, чтобы попытки российских оккупационных войск наступать посыпались? Ну, опять же, все зависит от визита президента Зеленского в Соединенные Штаты. Okay. Я очень надеюсь, что этот визит будет не просто, да, ну, приезжай, там, мы там, не знаю, похлопаем тебя по плечу, там, ну, там, посочувствуем. Хотелось бы увидеть в тот же день голосование в Сенате за выделение Украине помощи. И в предыдущие годы, да, там, 22-23 годы выделялась помощь, но это был такой базис, да, для того, чтобы развернуть американскую промышленность. Сейчас нужно еще больше подстегнуть ее, чтобы еще больше снарядов ехало, там, авиация, чтобы нам ехала. То есть, чтобы оно, вот эта техника ехала не маленькими мерными ложечками, да, там по 2 танка, по 3 танка. А если приезжало сразу, то 30 танков, да, или там 30 самолетов, потому что на вот те 16 F-16, которые нам обещают, ну, рассчитывать не приходится. Это мелочи. Там нужно 116 F-16. Куда будет действительно дело. Иван, спасибо вам большое за то, что присоединялись к нашему эфиру. Иван Ступак, военный аналитик, специально для телеканала «Фрид». Спасибо, удачи. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. «Фридом» в Телеграм, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Телеграм в описании.